Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Владельцы этого имени будут постоянно встречаться со многими трудными ситуациями и горькими переживаниями, которые они притягивают как магнит и сами подсознательно провоцируют. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Владельцы этого имени должны стремиться к внутреннему равновесию, а свою энергию использовать конструктивно и творчески. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Обладатели этого имени, как правило, очень возбудимы, нервны, эмоционально мобильны. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.